Всем привет, друзья! Меня зовут Михаил Климчук. Сегодня я вам расскажу, что такое home stage и зачем его необходимо делать, если вы занимаетесь профессиональной продажей недвижимости. Ну и, в принципе, этот ролик будет полезен всем тем, кто решил самостоятельно продавать свою недвижимость на каких-то рекламных площадках, таких как Авито, Циан, Юла, Яндекс.Недвижимость и прочее. Если вы обратили внимание, в этой комнате достаточно неуютно. Разбросаны вещи, торчат провода, закрыты шторы, не хватает света. Даже сейчас в этих условиях я не очень хорошо выгляжу. Что сделать так, чтобы картина поменялась в корне? Давайте попробуем. Друзья, ну вот вы сейчас только что увидели, что простыми действиями я привел эту комнату надлежащий продающий вид. Когда вы увидите вот такую вот фотографию, а не то, что было до этого, то вам захочется провалиться в это объявление, либо там кликнуть и почитать, посмотреть, узнать об этой квартире намного больше. Поэтому руководствуйтесь вот этими простыми действиями. Мы же, когда приходим в магазин, мы так или иначе все равно смотрим на обертку товара. Маркетологи уже длительное время занимаются изучением, как привлечь потребителя, покупателя. Поэтому вот эти простые действия обязательно к применению. Если вам понравился ролик, пишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты и подписывайтесь в группу. Следующее видео выйдет по поводу продающих объявлений. И я расскажу вам, какие существуют ошибки и на что стоит обращать внимание. До новых встреч. Пока.